Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили ход капитального ремонта участка путепровода на 26-м километре Можайского шоссе, который проходит через железнодорожные пути. Сейчас специалисты огораживают тротуары и обустраивают барьерные ограждения на подходах. Параллельно красят железобетонное пролетное строение и опоры, укрепляют конусы насыпи в подмостовой зоне и наносят дорожную разметку на второй половине эстакады по направлению из области. Работы проводят качественно, замечаний нет. Инспекция прошла в рамках партийных проектов «Безопасные дороги» и «Городская среда», а также отработки наказов народной программы «Единой России».